Привет, меня зовут Борислав Петров. Большинство меня знает как Бобо. И после этого DVD, наверное, как Матиас. За следующие 5 часов я стану вашим учителем в матрицах. Я покажу вам, как работают 3D за кулисами. Мы начнем с обычной точки. Потом посмотрим, как работают векторы, тригонометрические функции, операции с матрицами и даже рейтрейсинг. В первой главе мы посмотрим на векторы в одномерном и двумерном пространстве. Потом мы перейдем к трехмерным векторам и даже немножко четырехмерным. В третьей главе мы посмотрим на систему частиц Particle Flow. Потом у нас идет тригонометрия и операции с векторами. Потом мы посмотрим на барицентрическую систему координат и как ее можно применять. Потом мы научимся работать с лучами и как сделать так, чтобы они пересекались с геометрией. В седьмой главе мы наконец-то перейдем к матрицам. Здесь разберем основы. В восьмой главе мы продолжим изучение матриц и разберем больше путей, как их можно применять в нашей работе. В девятой главе мы посмотрим, как применять векторы и матрицы одновременно. Как конвертировать векторы в матрицы и в различные системы координат. Дальше мы разберем, как редактировать подобъекты, например, гизмы от модификаторов. Дальше мы посмотрим на мир через глаза камеры и узнаем, как трансформировать пространство в то, как оно будет выглядеть из камеры. А дальше мы пойдем еще глубже и разберемся, как векторы и матрицы преображаются, чтобы получилось у нас цветное изображение. В 12 главе мы разберем основы рендеринга. Дальше мы добавим простую поддержку текстур в наш рендер. В 14 главе мы попробуем добавить блики. Будем использовать модели Phong и Blin. В 15 главе мы добавим тени и отражения с помощью Ray Traced. Теперь выключите ваш мобильник и приготовьтесь к погружению в новый мир.